Приветствую вас. Для начала, мне кажется, надо бы, чтобы вы сами для себя постарались бы определить, чего вы хотите. То есть, какие у вас приоритеты. Я думаю, что когда вы говорите, что я не буду чего-то говорить своему парню чисто из уважения, это некая жертвенность, потому что коли вам что-то не нравится, то это нужно высказывать, а так получается, что вы выстраиваете не совсем искренние отношения с человеком. Вот. Поэтому если вы не искренне с мужчиной, если вы не искренне в отношениях, то так или иначе всегда возникают трудности и проблемы. Вот. Так что первое — научиться выражать свои эмоции, свои чувства, свои переживания. Может быть, так, чтобы действительно максимально бережно обращаться с переживаниями вашего партнера. А вполне может быть, что это и есть основная трудность. Вполне может быть. Вполне может быть, что это и есть основная проблематика ваша. То есть, вполне может быть, что основная проблематика заключается как раз в том, что вы не совсем честны и искренне с собой, боитесь обидеть человека, решаете какие-то вещи за него и в итоге чувствует себя в определенной ловушке. Вот. Это первое. Второе, на что хотел бы обратить ваше внимание. Напоминает вашего бывшего. Связано это с тем, что ситуация с вашим бывшим парнем, по-видимому, не была прожита до конца вами. Имеется в виду, что расставание, как правило, травмирует человека, даже если, ну, человек не слишком важен на первый взгляд. Поэтому, если вы не прожили расставание, то вас оно могло травмировать и сейчас оказывать определенное воздействие может на ваше поведение. Вот. Вследствие чего вы как бы идеализируете несколько человека, идеализируете несколько мужчин. То есть вот именно как бы видите вот в нем в своем текущем молодом человеке что-то, что вы не прожили в прошлом.
Вот, ну, не так важно сейчас, что именно. Нужно просто увидеть, что с вами это происходит. Нужно просто увидеть, что вы это чувствуете сейчас. И, соответственно, нужно это нужно прожить. Это нужно прожить, соответственно. Чем быстрее, лучше и качественнее, полнее вы это сможете прожить, тем будет лучше для вас. Вот. Для этого нужно определенное мужество. Вот. Для этого нужна определенная находчивость, для этого нужно определенное упорство, потому что, ну, сейчас вполне вероятно, что будете как-то от этого отнекиваться, будете как-то от этого стараться, может быть, даже будете пытаться себя, не знаю, заставить, вот, как вы можете, в принципе, сделать, то есть, ну, вы можете попытаться себя заставлять, вот, да. Хорошего в этом, в принципе, ничего нет и быть не может, вот, ну, это уже вопрос вашего отношения к себе. Вот. Поскольку вас я не знаю, то, соответственно, как вы к себе относитесь, не знаю, то, ну, вот допускаю, что возможно. Возможно, не очень хорошо. Возможно, я не утверждаю наверняка сейчас, потому что не знаю. Просто говорю вот о том, что, ну, что может быть. Понимаете, да? Поэтому обращаю ваше внимание на данный момент. На данный момент очень важный момент. Вот, как-то так. Следующее, на что важно обратить внимание, ваше внимание. Значит, исходя из вашего вопроса, вот, как вы его задаете? То есть вы спрашиваете, что подскажете эксперту. А на мой взгляд, вы в какой-то степени перекладываете ответственность на нас. То есть вы бросите вам что-то подсказать, при этом не говоря о том, чего хотите вы. И при этом не говоря о том, на что, в принципе, вы, например, готовы. То есть, ну, к чему вы готовы, скажем так. Да? То есть, вот. Готовы ли вы, например, там, к психотерапии, допустим, да? Вот, готовы ли вы гармонизировать отношения со своим молодым человеком? Готовы ли вы там что-то менять в своей жизни? Хотите ли вы изменить свою жизнь? Вот. То есть просто хотите, чтобы вам что-то подсказал. Но мне кажется, что это вот позиция несколько такая вот, да?
И обратите внимание, что мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, также сказал вам про то, что вы прикладываете ответственность на своего молодого человека, да? Как? Вот в этом, ну вот в контексте того, что вы описываете. Соответственно, идея моя заключается в том, что вот в целом вам как-то вот сложно, вам как-то сложно, вероятно, брать на себя ответственность. Ну, либо вы боитесь это делать. Вот, по сути. Поэтому тут нужно крайне вот внимательно этот момент исследовать. Вот. Крайне внимательно, на мой взгляд. Вот. Потому что если вы боитесь ответственности, если вы боитесь обратно на себя, то, вероятно, вы себе не доверяете. И, соответственно, если вы себе не доверяете, то это нужно, значит, помочь вам начать, скажем так, да, себе доверять. Вот. Да, будет легче выстраивать отношения вам. Вот. Это то, что я могу вам сейчас, наверное, сказать. Вот то, что могу вам сейчас ответить. С точки зрения вот, психологии, психотерапии и точки зрения своих ценностей. Вот. И в целом ваша ситуация, она пока что вот, очень, вы пишете, вроде бы важный вопрос, да, но при этом для импринта, то есть вот то, что вы описываете, это импринт запечатление, вот. Это действительно серьезный важный момент, который действительно мешает вам отношения выстраивать. Вот. И то, что вы говорите, например, про свой мозг, вот, это несколько поверхностно выглядит, понимаете? То есть несколько вот поглубже вам надо бы спуститься вниз. Понимаете, да, как бы. Вот. В этом вам может помочь психолог исключительно. Вот, потому что самостоятельно вы, скорее всего, этого не сделаете. Самостоятельно, скорее всего, вы этого не сможете сделать. Вот, а вот если бы вы могли, вы бы уже сделали. Вы бы уже сделали, вы бы уже решили бы свои проблемы. Но, в первую очередь, я уже сказал, вы боитесь быть честно с собой. Вот именно отсутствие честности с собой у вас и мешает ситуации разрешиться, ну, плюс-минус, вот, как-то. Хорошо. Для вас обоих, например. Вот. Тут надо смотреть уже непосредственно. Общаться с вами и, соответственно, разбираться, как и что. Вот. Так что подумайте, готовы ли вы работать, готовы ли вы менять свою жизнь, готовы ли вы к психотерапии, вот, если да,
выбираете себе эксперта, начинаете работать, обязательно появится результат. Вот, желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу.